Всем привет. Интересное здание нашел. Скорее всего, котельная. Труба вот здесь стоит. А ее на самом деле используют для того, чтобы сотовая связь работала. Вот. Однако, здесь вот есть вход. Вот он. И мы сейчас с вами туда попробуем пройти. Вот. Это мы внутри трубы. Фонарик нам, наверное, никак не поможет. Но вот здесь вот есть лестница. Можно на самый верх зайти. Круто. Обожженная такая. Еще тут лестница была. Такая забавная труба. Сейчас мы попробуем в саму котельную пройти. Здесь у нас не поймают. Вот так она выглядит изнутри. Все течет, бежит. Водопад кругом. Да. Вообще все разбито. Даже основания нету. Там вот еще какие-то двери закрыты. Ну и вот второй зал. В принципе, как видите, смотреть здесь не на что. Вот так-то. Самое интересное из этой экскурсии была труба. Побывать внутри трубы на самом дне дорогого стоит. Ну, ладно, тогда на этом все. Движемся дальше в поисках заброшенных мест и зданий.